В Нарьян-Маре почтили память погибшего во время Великой Отечественной войны экипажа буксира «Комсомолец». Трагедия произошла 17 августа 1942 года. Тогда погибли более 300 человек. К памятной дате приурочили и торжественное открытие обновленного монумента. Тему продолжит Александра Литкова. Первый памятник экипажу буксирного парохода «Комсомолец» был установлен в Нарьян-Маре в ноябре 1968 года у здания управления морского порта. В память о трагедии, разыгравшейся 16 августа 1942 года в Баренцевом море. На БЖП-4 находились большинство заключенных Норильстроя, это объект номер 300, и рыбаки, и охотники, и семьи даже находились. И рано утром их в остров прямо у северной оконечности Матвеева их встретила подводная лодка. Скорее всего, она их там и ждала. Вот. Расстреляв малые корабли, они в боржу П-4 запустили торпеду. И плавающих людей расстреливали из пулеметов ручного оружия. С тех пор прошло 78 лет. Обновленную скульптурную композицию перенесли в сквер рядом с конечной остановкой «Морской порт», где находится памятник погибшим портовикам. Памятник изменился, несущественно изменился, но сделан он достойно, сделан из современных материалов. Тот же памятник был сделан просто из кирпича и оштукатурен. Вот, поэтому большая благодарность администрации города Нарьян-Мара, депутатам городского совета, поскольку они поддержали нашу инициативу, сделали проект. И вот этот памятник на сегодня он установлен здесь, в парке Победы портовикам. Я считаю, что это достойное место этому мемориалу. Памятник погибшему экипажу буксира «Комсомолец» был дополнен металлическим штурвалом, по бокам установлены столбики с цепями и дополнительное уличное освещение. Очень важно, что ветеранской организации работают активные и неравнодушные люди. И сегодня, в день памяти, трагической памяти, связанной с «Комсомольцем», городской совет и Ненецкое региональное отделение партии «Единая Россия», мы подключились, и сегодня мы организуем памятный обед в память о тех трагических событиях, которые произошли. Почтили память погибших и побывавшие в Нарьян-Маре участники парусной экспедиции. По просьбе Совета ветеранов они возложили венок на месте трагедии буксира «Комсомолец» в Баренцевом море. Александра Литкова, Владислав Носкин, телеканал «Север».